прошлый раз, да, в празднике, она произвела такой фурор. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Пока пять. Ага. Стремлюсь к 17. Портрет я возьму. Сейчас, Лиса. Да, на фоне зелени смотрится великолепно. А, видно, да, видно. О, это не шарик. Спасибо. Так, держите. Передаем привет Толику Шуею. Саша, привет, скажи дяде. И зеленый, и крокодил.
Счастливые часов не наблюдают, но мы зафиксируем время на камеру для истории. В общем, пришли на акцию. Валя. Это третий глаз. Шива. Шива или Шева. Теперь почасовать? Против. Просто бежать и нет. Так, а теперь объясните нашим зрителям, что такое антонимы. А зрители это кто? А это зрители, это нет, граждане Украины. Какого канала? Какого разница, граждане Украины. Какой? Антонимы, расскажите, кто это такие? Кто такие антонимы? Кто такие антонимы? Расскажите нам. А кому вам? Нашим зрителям, мне, гражданину Украины. Я тоже гражданка Украины, и что? И ничего. Такое же слово имею, как и вы. И такое и мнение свое. Так, и так вы говорите зрители, у вас есть зрители. Да, и много зрителей. Кто они? Кто они? Ну, расскажите, кто такие антонимы. Не, вы расскажем, если вы расскажете, кто такие зрители. Ну, я ж первый задал вопрос. Не, что значит первый? Вы что, маленький мальчик или что? Сейчас я вам дубль два. Так, вы хотели что-то спросить? Да, я спрашиваю, откуда у вас такая модная камера и такие лапти? А, лапти? Да. Эти лапти объездили полмира. Это прекрасно. Стоптались. Как, кто там наш? На День Победы камера подешевле была. Сейчас уже, наверное, обновочка. Ну, у меня пять камер. О, похоже на вашу. Обновочка. Full HD, да. И этот, и что ж вы... GoPro есть, так что у нас все. Мы во все уже. Заряженный, господи, пиарщик заряжен. Да. Это ж, собственно говоря, ну как-то диссонирует. Да, но так нужно что соответствовать. Пенсии в $70, или как вы думаете? Не, ну так если а вы, на 70 если долларов вы можно хотите накупить? Соответствовать, тогда, блин, крутите киноаппарат. Ага. Да, и будет вам пенсия. Нет, у каждого свои предпочтения. Да. Я
лучше буду ходить босиком, но... Но слушайте, с хорошей камерой. А как же зубожжение? Ну, блин, камера-то не дешевая на самом деле. А я ее на прокат взял. Ну, это маловероятно, конечно. Вы снимите, как я умею лунную походку делать. Что сделать? А, вы? И ушла в туман. Так, и танец живота на закуску. Все, вам хватит, а то давление мое повысится. Ну еще бы. Ой, тьфу, блин, на флешку? Просто да, старая, да. Кажется, да? Не, еще как старая. Молодец, я размотал по красоте. Да, ну что-то вы бледненько смотритесь на том фоне. Я думаю, что вы бледненько смотритесь без черного шарика. Мы же наоборот рассчитывали на этот фон. Вы правильно сказали, эти люди фон, а мы центр. Ага, центр вселенной. Да. Ну давайте полюбуемся. Звезда по имени Солнце. Звезда меня... по имени Солнце. Я ну... меня звездой не называть, вы сам так... Не, Солнце здесь я. Ну это же слова из песни не выбросишь. А мы и не... Это же Виктор Цой. Это прекрасно, конечно, но все-таки Солнце здесь я. Причем я такое Солнце без ультрафиолета. Чистое здоровье. Женщины, обращайтесь. Но вам есть что сказать? Но настоящему мужику всегда есть что сказать, особенно если он одессит. Ну да, одессит скажет, он сейчас как скажет, как выдаст. И не одессит скажет тоже. Смотрите, я не одессит, но мне есть что сказать. У меня даже есть деньги на не на красные шарики, а на силиконовые. Вот, а учитывая, что я солнце без ультрафиолета, это... Дедушка знает, он даже на ощупь может... Определить, ну что, на ком можем провести эксперимент, а? А дедушка языкатый, да, дедушка ответит всегда. Языкатый, ну блин, к дедушке тоже можете обратиться. Дедушка поможет языком. Да? Ну мы заценили вашу шутку. Да. Я ж, собственно говоря, ничего, все как есть. Ага. Чистая природа, чистое здоровье. Вот, натурпродукт. Без имплантов, без силикона, без всего. Без ГМО? Вот, даже велосипед у меня электрический. Видите? Без ГМО? Без ГМО. Без Г. Без Г. И без Г, и без М, и без О. Ясно. Да. Смотрят 200, 300, 400 стран мира, вы только что сказали? Это вы сказали. Вселенная. А, это вы сказали? Ох, не успел включить камеру, да. У нас все записано. Итак, дорогие наши зрители, да. Мы только что услышали, что на планете Земля появилось еще 200 стран мира. Интересно. Я планету Земля не имел в виду. А, вы хорошо, что вы не имели в виду. Да. Угу. Надо мыслить ширше, а лучше ширее. Ага. Да. Ясно. Но. И что там у нас? Голубая? Да, улыбаемся и машем. Голубая, да. Молодец. И что? А чего ж вы не, ни одного слова не промовили на державній мові? А все на злочинной, на злочинной, на стороне мови страны агрессора. В чем проблема? Ви розмовляєте макшанською, і ми з вами розмовляємо макшанською. Да. Щоб ви розуміли. Ви ж не розумієте українською. Я не розумію. Та в мене по українській мові була п'ятірка. Але що? Ще... В якому класі? Мама, та не кажіть. Коли то було? Больше сильно.
День Победы 16 числа був День Победы. 105 закон про українську мову, та все. Я думав, ви скажете Дні Победы. Вільне незалежне над страною агресором. Над страною агресором. А ви не це імели в виду, да? Приглашаємо 16 числа до Дюку, приходьте. 16 липня, так, звичайно, до Дюка. Приходьте, буде концерт у підтримку української мови. Чекаємо на вас. Так. Так. На 16-е у мене вже все забито. Придеться відмінити візит. Придеться відмінити візит, так. Да. А, беріть камеру з собою, все. А, так. Ми вам такого браслетика, бачите, такого браслетика подаруємо вам. Мова об'єднує, бачите? А, ось, все. Ми будемо дарувати браслетики.